Котел, значит, пульт управления на нем. Это кран у нас, значит, сюда мы подаем нагрев либо охлаждение, сюда выходит. Также у нас кран предусмотрен здесь, внизу стоит полдюймовый. Ведро у нас, значит, стандартное ведро. Сливается либо сюда через кран сливается, либо задвигается под котел, открывается кран, как бы сливается в ведро. Вот так колеса транспортируются на колесах. Так, внизу конус, мешалка с лопатами. Включаем сетевую кнопку, терморегулятор варен, стаканчик в котле. То есть контролируем температуру через в котле. Здесь у нас мешалка получается в одну сторону. Ну, сейчас еще не доделали, поэтому тут скорость 300 оборотов будет. Сейчас регулируется она либо медленней, либо быстрее. В одну сторону переключаем, включаем в другую сторону. То есть будет крутить 300 оборотов в минуту. По мешалке понятно, котел транспортируется, ведро, значит, выдвигается, либо сюда сливается кран, либо под котлом. Ну, ножки, понятно, катаются, ну, пульт управления здесь. Заводим силовой кабель, и по воде мы говорили. Ну, так котел вроде как готов к работе.